Всем привет! Сегодня у нас видео о том, как посмотреть состояние батарейки и как определить степень загрязненности дроссельной заслонки при помощи диагностического оборудования. Для этого нам понадобится ноутбук, который тянет программу HDS, пусть даже вот такой, он тоже тянет без всяких проблем. Ну и, соответственно, вот такой вот шнурок. Это шнурок с Алиэкспресса. Стоит он там от 800 рублей. Все, сейчас начнем все это подключать и покажу дальше. Итак, включили наш чудо-шнурок в диагностический разъем. Диагностический разъем находится в районе левого колена водителя. Загрузили ноутбук. Втыкаем шнурок в USB-порт. Запускаем программу ярлыком Start HDS. Также включаем зажигание автомобиля. Именно не заводим, а включаем зажигание. Все, программа грузится. Дальше нам нужно будет пройти по F12, выбрать регион Япония. Япония, ок. Теперь идем в выбор транспортного средства. На это уходит какое-то время. Вот он нашу машину определил. Значит, Fiat Shuttle гибрид, пробег, ВИН. И требуется выбрать год. Выбираем 14-й год. Подтверждаем. Идет подключение к автомобилю. Итак, после того, как связь установилась, нам нужен самый первый пункт меню. Honda Systems. Здесь нам нужен тоже первый пункт меню. PGM FI. Дальше список параметров. Второй пункт. Вот сейчас у меня автомобиль заведен. Чуть-чуть я батареечку позаряжал. Это не штатное оборудование, не обращайте внимания. Вот, что мы здесь видим, значит, число оборотов холостого хода и так далее и тому подобное. Все, листаем вниз до параметра SOC. Вот параметр SOC 42%. То есть у меня автомобиль стоял долго обесточенный. Потом я его подключал, значит, аккумулятор заводил. Потом снова обесточил, потом опять заводил. В общем, все 12 дней я его только стартовал и на нем практически не ездил. То есть, вот так вот это выглядит. Когда у меня машина полностью заряжена, полностью прогрета, после хорошего пробега, когда мне батарейку показывает под максимум, ну, либо там без одного деления максимум, этот параметр у меня равен 75%. Диагностировал машину дорестайловую, которая на год старше моей.
У нее этот параметр тоже после длительного пробега на горячую, он был равен 65%. То есть то, что вот он показывает сейчас на разряженной машине, это особо не показатель. То есть батарея у меня не живая на 42%. Она у меня жива на гораздо больший процент. Все, идем дальше в самый-самый низ. Там будет параметр по дроссельной заслонке. Вот коэффициент заедания DBW. И вот здесь есть подробное описание. В общем, вкратце, тут сами почитаете. Что хочу сказать. То есть у меня машина 900 километров назад была почищена в районе заслонки. Было все обучено, отрегулировано, поэтому этот процент у меня до сих пор 0. Чем выше процент, тем грязнее ваша заслонка. То есть, как правило, те машины, которые мне удавалось диагностировать, процент был равен 100. Это значит, ее надо снимать, чистить, обучать и так далее. Вот. Также есть обучение холостому ходу. То есть здесь, в этом меню, можно наблюдать за тем, там завершено оно в процессе, либо не пройдено. Для этого нужно что? Выключить все электроприборы, запустить автомобиль, он сам поработает без нажатия там педали и всего прочего. На холостом ходу 10-15 минут, потом здесь появится надпись «Обработка данных» и в итоге завершение. Вот я только что это дело провел, и у меня показало завершено. То есть в одном меню три параметра. Сок, батареечка, коэффициент заедания дроссельной заслонки и обработка данных холостого хода. Все. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи в работе.